Христос воскрес! Воистину воскрес! Слава Богу, что из года в год, в этот пасхальный и чудесный период времени, здесь собираются детские коллективы для того, чтобы прославить воскресшего Спасителя и всех нас порадовать своими талантами. И из года в год, приходя в этот храм, вы видели и те изменения, которые происходят в нашем соборе, потому как в предыдущие годы шла серьезная реставрация. Но в то же время из года в год вы видели, как совершенствуются и раскрываются юные таланты, и как из года в год все лучше и лучше проникновение содержательные звучат детские голоса, потому как через их чистые сердца изливается все то, что родители вкладывали в их воспитание, их личный опыт владения хоровым искусством, и в этом уже открытом для нас восстановленном зале Измайловского собора в седьмой раз мы будем свидетелями этого замечательного действа пасхального фестиваля. Начинаем концерт седьмого международного пасхального детского хорового фестиваля «Пасха красных». В этом году наш фестиваль принимает 15 коллективов из Санкт-Петербурга, Москвы, Донецка, Нарвы и Таллина. Открывает сегодняшний концерт детская школа искусств имени Дмитрия Бортнянского, старший хор девочек, руководитель Ольга Столповских. Чесноков, благослови душе, из пола эти деспота, Малевич, ангел вопияшек. Oh.
поет хор лицеум Санкт-Петербургского музыкального лицея Комитета по культуре. Руководитель Борис Васильев. Чесноков. Господи спаси, три святое. Кедров. Отче наш. Львов. Фрагмент из кантаты Стабат Матер. Кто без рыдания и плача. Христов. Во царствии твоем. Солистка Мария Козлова. Thank you.
Ивановском, город Москва, Московский патриархат, руководитель Дарья Крепникова, тропарь Пасхи Афонского напева, пасхальная Христославка. Thank you.
поет старший хор детской хоровой студии «Искра», руководитель заслуженной работник культуры Российской Федерации Владимир Комаров. Джузеппе Сарти. Радуйтесь, люди, жнитки, отче наш, Богородица, Девы, радуйся. Балакирев, Христос воскресе. Yeah.
друзья, Санкт-Петербургской детской музыкальной школы номер 34, руководитель Татьяна Дорохова. Христос воскресе, пасхальный тропарь, на длинный старинный голос, записан в Брянской области. Пасхальный канон греческого распева. И кто пречистую примает?